stayed ahead of me. I'm gonna get there right now. Fashion district. It's about to finish. In Chinatown, I can see it's like kind of arc, Chinese arc. Hello. Hey, how you doing? To Chinatown, just have a little walk. Chinatown. This is Chinatown. I had a plan to get to Chinatown, but I just passing by, passing through, just bump into it. I decided not to, why don't you give it a try? Just not to bump, get into it. Just dive in, just have a look what's going on all around. Check it out, the district, Chinatown district. Got here by chance occasionally. Okay. This is the Chinatown of Philadelphia. Just waiting for Victor. He's going to get here in this particular point. And we're gonna go maybe to the Rocky statue, Rocky Memorial, Rocky Steps. It's about maybe 15 minutes drive. Here. This is Chinatown. I was walking around, but I'm gonna stay here waiting for my boy, my guy. Chinatown, once again. Oh yeah. Hello, hello. Hola. How are you doing? Todos bien. Todos bien. Sí, señor. Блядь, у меня, оказывается, вчера был чуть-чуть косяка оставалось. Ёпта ты, блядь! А я случайно, ну в кармане. Не, ну так это с другой стороны-то заебище хлопнем, или ты его не курил? Нет, ну там... Бля, и ты уже снял мой экстаз, нахуй. Да нету там ничего, ебать, наебал меня опять. Как нету? What is that? Central part of Philadelphia, yeah? Yeah. Say some.
Hey, what's up, guys? Subscribe, hit the like button and subscribe. Nobody gives a shit. Center Philadelphia. We're heading towards the hell. По-моему, это с Ютуба видел этот район, этот мост, помню. Вот это круглосуточно здесь происходит. Торчилово. Вот метро станция, и здесь вот недалеко развязка автобусов и метро. Движняк постоянно идет. Да. Как, я не понимаю, обычные люди здесь вообще переходят, допустим, дорогу. Ну, не очень приятно. Аккуратно. Это что-то быть. Ну да, вещи. Бацики, да, все. Да, вот это метро стейшн. I remember. Ну, копы здесь давят. Да, это просто для показухи. Мысли по звуке. Просто машина стоит и все. Вон, все полятся. Ну это не Кессингтон, да? Ну, бля, вроде нет. Да, а, он... это он и есть, ёпта. Кессингтон, да? Да. Ну, заебись. Короче, так чуть-чуть туда приедем, а потом можно будет обратно. Но там будет. Frankfurt Transportation Center, там тоже такой. Ну, вот они сидят. Да. Бывает, сюда приезжают медикал автомобиль, понял, как бы им там шприцы раздает. Что-то там ранки заживляет. Ну да, я понял. Бля, люди с детьми тут гуляют, я вообще это не могу понять. Я видел там ютубер один, но он, правда, негр, понимаешь, он ходил тоже, да, снимал в открытую вообще все, блин. Не можешь пойти туда, понял? Мне просто противно туда даже подходить, вот в толпе. Нерчика, знаешь. Этим наркотом, да? Не так опасно, как вот там, где мы были, понял? Тут уже не много. Там тусовка где вся, да, народ? Там развязка автобусов тоже, метро. Там тусуются, там Что? Видел, схватилась вообще. А, бабушка? Да какая бабушка, ебать, это женщина еще, не знаю, лет ему, лет 45. Ну, выглядит, да, как бабушка. Бля, в основном тут много сидит. Потому что нет. Это Transportation Center, я? Quite decent over here.
прилично здесь достаточно. Такое, да, чисто обычно. Действительно, сегодня чисто прям, я смотрю, блядь, убрали как будто. Может, они занялись это место. А тут в основном мусор, понял? Угу. Тоже колется тут сидят часто. Угу. Сегодня чисто действительно, я удивлен. Похоже, блядь, знаешь, вот я по видосу видел, но похоже, но тут никого нету, блядь. Сам, да, и на Transportation Center тоже что-то тихо. Может, их всех перебросили вот туда, вот, что вот там вот просто ад. Ну, давай дальше, что вглубь ты говоришь, тогда Кессинг, тогда там как-то... А ты вообще не ездил сам здесь, да, или так? Я ездил много раз, я тут даже выходил в банк. Там, ну, так, чтобы ходить прогуливаться, я вот по вот этой улице много раз прогуливался, понял, пешком, но... До конца туда я не шел. Uh-huh. А так вот прогуливался. Я тут хостел как-то снимал в частном доме. Барыжник. Uh-huh. За дешево, да, наверное? Ну, да, просто дешево. А сколько там можно из хостела снять? Баксов 20. Uh-huh. 30. Так за 30 можно тогда в этом... В Apple? Меня же там выгнали туда, нахуй. Я там нахуй послал. За 30 можно в Apple снять в центре Филадельфии. Правильно? Там 40 выходит в конечном итоге, это раз. 36, по-моему. Потом это в городе, как бы, тебе не всегда надо в городе. У меня когда трак был, я парковал его здесь на Норс. Угу. Ландромат. Мы проезжали, да, этих бациков. Да-да-да. Срочно! На отходниках. Бля, опять мы за мусором едем каким-то, понял? Что за праздник? Домики такие тоже убогие, да? А вон будто вот это все, оно много что оккупировано там. А вот, да, незаконно занято, типа, да? Да. Бля, опять мусор. Ну да, вот видишь, валяется кто-то, блядь. А здесь мы проезжали же, да? Да. Так это дальше она тоже идет, да, это Гессингтон? Вот это я помню, где-то я помню вот это по этому, по Ютубу, короче, там блогер снимал. Похоже, вот эти очень знакомые мне улицы по видосу. Там дальше не Кессинг идет? Там я точно знаю. Направо просто Esperanza Health Center. А, вот это я видел.
Да. Да, вроде похоже, да. Да, это уже можно заметить. Food market. Знаете, только что не вырвал никто камеру, да? С окна. Могу, да. Но я даже так и не буду прямо высовывать, а то подальше же. Ну, вот тоже, да. Тут нормально получилось заснять. Вот так смотрят, блин, недобро, да? Конечно, да. Это я уже не первый раз ловлю взятый, понял? А вот, вот, да, точно. Вот это не дупак. 100%. Ладно, Дим. Давай, да. Это точно оно. Узнал. Чё? Ну, глянь, наклеили вот это всё. Может, ремонтируют что-то там? Да, да. Да. Четко подъехали. Ага. Проскочил, да? Засмотрелся тоже надо. На эту, задумался. На эту бодягу, о да? Жизни задумался, да. Аккуратно, там впереди машина. Что это, да, недобро на меня смотрят, конечно. Да, конечно, ебать, нахуй ты достался уже. Да. Это так у людей пиздец, как бы ты еще, ебать, их добиваешь, нахуй. Ну, не знаю, как вот эти ютуберы, они так прямо нагло здесь ходили, снимали. А никто не ходил, так же с машины снимали, может быть. А может быть, какого-то бомжа попросили, пойди посними там за двадцатку, он пошел, поснимал, понял. Ну, я тебе ссылку скину, там вроде там чувак ходил, даже разговаривал, здесь интервью брал. Называется Moral of Money. Тут стрелять не будут, понял, у них нету нихуя, тут можно умазать. Ну, они просто будут орать, нет, допустим. Они... Ну, нет, да, они будут орать, да. Кататься вряд ли они будут. Сил нет. Ну да, они все уже убитые, да? Да. Ну ты прав, я буду здесь выделяться, если я даже буду просто ходить, без камеры, конечно, даже просто ходить. Да и я буду. Да, и ты будешь. Видно, что чужак, да, зашел, какого ты хера здесь, да, блин? Тусуешься. Ну, дома, видишь, такие-то уже не сильно шинепельные, да? Да это все бараки галимые, там они еще внутри деревянные, понял, скрипучие. Ну, это, наверное, еще постройка какая-то, да, возможно, те, когда Филадельфия только строилась, да, вот там, да, 100 или 200 лет назад. Да, тут жили, да, так, да. И осталось. Ты говоришь, да у них сил нету, да, типа? Я именно с дилерами не хотел, чтобы ты вылазил, да? А вот здесь вообще мне похуй, блядь. Ну, ты тоже некомфортно, да, чувствуешь себя? Да, конечно, жизнь тут пиздец. Глянь, ботинки везде, понял? Где ботинки? Ну, вот, на, видишь, вот. А, да? Для перебивки сними, да, вот так, вот, 5 секунд замер, как бы, 5 секунд. Ага. У тебя еще рука трясется, у тебя на какую-то вообще стабилизация там есть, да? Да, такая хуёвая, блядь.
Ну да, вижу, мне. 5 секунд и можно вот так проводку. Проводка, знаешь, такое. Ты вот когда кадр, вот так вот проводишь кадр мимо, понял? Медленно. Ну, это да. Называется проводка. Ага. Она может быть вниз, а может быть вверх. Но людям так интересно смотреть, когда проводка, чем статичный кадр. Угу. Знаешь, такой вот больше у тебя обзора. Ну да. Недобро смотрю, да? Да, блин, как они это снимают, конечно, у меня. Они на глаз писали. Ну, это голову не поворачивай, типа, знаешь. Если ты откроешь Google карты, здесь отель, вот этот, которым я оставался, там на Google картах стоит вот так вот тип стекла, понял, показывает факт в Google машину, понял, которая делает фотографии. Там типы вот так замерли с факом. А у него там, наверное, лицо заблюренное, да? Лицо заблюренное, они все заблуривают лица. Ну не, лица там можно понять, что за лица. Пишут цену, а без налогов, без сборов. А с налогами и сборами получается почти в два раза, ну, чуть ли не в два раза в итоге цена, да, поднимается. В коже такого этой, да, да. Пакет. Есть такой ютубер Check in Effect. Но он негр, понимаешь, черный, он ходил здесь тоже с камерой, ну так он нормально разговаривал со всеми. Ну да, черному здесь будет проще, да. Честно скажу. Как бы даже если ты будешь нормально одет, черному проще, потому что, блядь. Без проблем, хочешь, тебя выкину здесь завтра, гулять. Расскажешь, как пошло. Если выживешь, да? Да нет, тут может и выживешь, да. Ну там, где дилеры, там можно не выжить, да, если ты будешь там снимать, да, где эти стоят пацаки, да, что-то. Дилеры снимать, естественно, не надо. This is the statue of Rocky Balboa, the champion, the boxer. Rocky Balboa, Сильвестр Сталлоне. А ты здесь? Иди подойди к нему, блин. Мой дюд. Пробей его. What is the name? What is the name? Rocky. Rocky Balboa. My name is Rocky. Yeah. Rocky 3. I am Rocky 4 and 5.